2 мая православные верующие отметят один из самых главных праздников – Пасху. Но в связи с пандемией в Тюменской области сохраняются ограничения, особенно для людей старше 65 лет. Поэтому лучше остаться дома и посмотреть прямую трансляцию праздничной литургии. К этому призывает и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Все-таки надо понимать, что вирус очень серьезный. И мы видим, как теряем людей. И, конечно же, надо стараться сохранять свое здоровье. Я желаю всем вам Пасхи радостной и спасительной. И всех приглашаю на совместную молитву, учитывая, что в этом году при поддержке правительства Тюменской области будет прямая трансляция пасхального ночного богослужения. Прямая трансляция из Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля начнется 1 мая в 23:45 на телеканале «Тюменское время», а также на официальных страницах телеканалов «Тюменское время» и «Тобольское время» в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и YouTube. Добавлю, что в прошлом году, когда впервые пасхальное богослужение прошло без присутствия верующих в храмах, благодаря прямой трансляции телеканалов «Тобольское время» и «Тюменское время» на литургии в Софийском соборе духовной столицы Сибири в режиме онлайн побывали более 190 тысяч человек.